останавливаемся. Кружочек. Что такое? На обочину, пожалуйста, встаньте аккуратно. Выйдите с машины. Выйдите с машины. Помочь агента? Нет, нет, машина. Мы пока последим, чтобы другие, так сказать, юниты не подъехали. Мужчина. Просто нам оповещение пришло, что данная машина угнана. Что вы скажете на это? Что можете? Это не может быть такого, мне кажется. В таком случае сейчас посмотрю на номера, сверю с базы данных. Номера-то совпадают, документы на машину у вас есть? Уважаемый. Бардачки должны быть. Открывайте дверь, не садитесь в машину, доставляйте документы. Не садись в машину, не садись. Ну что там, достаете, да? Опа! Ух! Вау! Ладно, хорошо, кто там подобный? Пацаны, правильно, съем уводить отсюда! Парни, сразу... вы что делаете? Мы не платим, нас тусил! Летний домик, наш летний домик! Пикник! У нас пикник, летний домик. Бля, ну вы крутые. Ладно, я вам разрешаю уехать. Все, уезжайте, парни, уезжайте. Мне разрешили уехать. Ну вы сделали мой день. Прикольно. Здравствуйте. Меня слышно? Можешь, пожалуйста, транспорт на связь? Да, давай. Ебать, все, нахуй, батя включает. А почему он с нами отдыхает? Флексим! А можно пофлексить нам, парни? Меня все время мажет. Ребят, те бабы ваши, захочу, все станут наши. Нет, я не мажет. А за что вы его вяжете, он с нами отдыхает? Всем дальше мы Наташем. Он с нами вот сидит, музыку слушает. Вы просто так берете, достаете его? А, это нормально. А, понял, прикол. Откат. Так, все, до санарочки статического поза. Что? Нет, я не... Все растянитесь!